Так, вот у нас поросятки. Сегодня уже будем третий день. Будем колоть железом первый раз. Свиноматка уже более-менее отошла. Уже даже кушать начала. Вот у нее 10 поросяток. Надеюсь, она мне не съест. Ты мне не съешь? Кормит хорошо, видите, какие натоптаны. Он и лысенький есть. Всякий. Беленький в папу. И рыженький в маму. А этот он какой-то грустненький ходит. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 поросяток. Ну, думаю, уже будут жить. А вот у нас свиноматка только опоросилась. Вчера целый день поросята были крупные у нее в помете. Из-за этого... Вставай! Из-за этого она долго-долго поросилась. Трое родилось с мертвых, видно, не смогли выйти. И она вон чумная лежит на животе, не дает им кушать пока. Но они, видно, кушали, потому что я вот смотрю на топтанные. Сама тоже так не очень кушает. Но эти такие крупненькие прям. Но этот меня решил ногу отгрызть. Сразу видно зверь. И это больно же. В общем, тут тоже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, нет, 12, да? Тут 12? Или 12 поросят. А вот Ангелина, их не мама, она принимала опорос. Помогала свинке. Не, меня она не съест, она меня. Она знает, что это чревато. Ну такие дела. Малыши он. Эй, смотри, как она их кусает. Ты видел, она пасть открывает, он почти полностью в рот влазит ей. Потом передумывает. Передумывает съесть. Все, иди кушай. Поросят не кушай. Все, я их не трогаю. Ну ты мамочка, смотри, какая стала. Высосут тебя скоро, будешь ховаться. Ну вот такие дела. Жизнь продолжается, поросятки плодятся. Новое поколение появилось.